Продукция компании «Ратимир», так полюбившаяся многим приморцам, теперь еще стала и билетом для получения подарков. Причем к сюрпризам приведут только изделия с праздничным стикером на упаковке, на котором красуется надпись «Ратимир. 20 лет. История побед». К Новому году и своему 20-летнему юбилею компания «Ратимир» решила не получать, а дарить подарки. И запустила специальную акцию, благодаря которой каждый любитель мясной продукции может выиграть 7-й iPhone и другие подарки. Для этого нужно купить 3 пачки с промокодом, зарегистрировать их на сайте 20.ratimir.ru и получить либо iPhone, либо 20 великолепных призов каждую неделю. Всего в акции участвуют свыше 60 видов продукции. Попытать удачу можно несколько раз. Главное – регистрировать набор из 3 разных кодов. Делать это можно на сайте «Ратимир». Там же дана и пошаговая инструкция. К слову, завод сертифицирован по системе менеджмента безопасности пищевой продукции ГОСТ-Р ISO 22000. Основной целью компании является поставка на рынок исключительно качественной продукции. Для контроля качества продукции и входящего сырья на предприятии создана и успешно работает собственная производственная лаборатория. На качество продукта работает и специальная упаковка. Акционная продукция уже в продаже. Найти ее можно во всех магазинах города. Мы решили сами отправиться в один из них и посмотреть, как покупатели реагируют на акцию, и узнать, будут ли они в ней участвовать. Вы меня сейчас так удивили, я вообще не обращала внимания, что это за акция. Ну, наверное, буду. Надо познакомиться с этой акцией. Так я куплю 6 колбас, наверное. Первый розыгрыш состоялся 19 декабря. Повторять его будут каждый понедельник до 6 февраля. Выбирают победители электронным способом с помощью генератора случайных чисел. А значит, заветный приз может получить любой участник акции. Ирина Мокрицова, Дмитрий Сухоруков. Новости на 8.